Скажите, а как вам едется? Да, в своей очереди. Не, не надо его сбивать, все нормально. Это очень большая кемия, жалко бамперы. У нас еще впереди все-таки города есть, поэтому бамперы побережем. Ну что, в салют можно видеть, как они там резвятся. Есть разное покрытие, есть хорошее, достойное применение этой резине. Да? И после этого мы будем обязательно спрашивать мнение наших участников. Вас, уважаемые друзья, вы сегодня главные эксперты, вам эту резину продавать. И как ее продавать? Ну вот, наверное, сегодня будет более понятно. Смотрите, а УАЗик-то гребет, шкребется, гребется, ну и едет. Это уже радует. Ну что ж, спасибо, немного помолчу. Замутничать здесь. А после мы с вами поиграем. Как наш прибор? Почти готов. Ждем наш прибор.